Марейда Далка, газета «Звезда». До речі, нам сьогодні сповняється 103 роки. І питання... Я вас віншую, дякую великий за інформацію. Дякую вам. Розкажіть, коли ласка, як пройде сьогоднішній ваш день у чеканні винікового голосування? Как обычно пройдет день. Я уже на данный момент изменить ничего не могу, как вы понимаете. Все зависит от людей, которые придут на участки. Я же не первые выборы, как вы часто меня упрекаете, переживаю. Поэтому у меня есть определенный опыт. Я буду ждать результатов, как и все вы. Буду просто ждать.